Всем привет! С вами Блейнар, и сегодня у нас на обзоре продолжение необычного корейского хоррора The Coma. Так что присаживайся поудобнее и погнали! Игра выполнена в 2D стиле с видом сбоку, а сюжет, кроме всего происходящего, будет раскрываться также в найденных записках и в заставках в стиле комиксов. Так что если вы любитель хорроров или же почитать комиксы, то эта игра точно для вас. События начинаются в самой обычной на вид школе, и мы будем играть в роли старшеклассницы Мины Парк. Поначалу все будет спокойно, и ничто не будет предвещать беды. Казалось бы, обычная школьная жизнь и самые обычные школьные проблемы. Отношения со сверстниками, уроки, посещение столовки и прочее. Пока в один прекрасный момент наша героиня не находит странный алтарь с подозрительной книгой. Главная героиня, конечно же, теряет сознание. С этого момента и начинается самое интересное. Пробуждение нас ждет не очень приятное. Мир вокруг меняется и становится крайне мрачным. Привычная школа резко превращается в настоящий ад. Вокруг оставлены странные фигуры, а страшные существа, отдаленно напоминающие людей, начинают на нас охотиться. Подвохов много, к примеру, руки, которые норовят нас сцапать, вылезая прямо из потолка. Наша учительница также оказывается одной из тварей и начинает нас преследовать. И казалось бы, надежды нет, и смерть вопрос времени, но мы не сдаемся. Бегая продолжительное время по школе и собирая ключ-карты, наша героиня таки выбирается наружу. Но вот поворот! Не только школа, но и весь город подвергается изменениям. Сможет ли Мина Парк выжить? Что ее ждет? Это ты сможешь узнать только поиграв, ну или посмотрев мое прохождение. Первая серия выйдет уже на днях, так что чего же ты ждешь? Быстрее нажимай кнопочку подписаться, ставь свой королевский лайк. Ну и да, конечно, не забудь про колокольчик, чтобы ты ничего не пропустил. Но рекомендую на всякий случай вступить в группу ВК или на сервер канала в Дискорде. Ссылочки в описании. Рекомендую читать описание всегда, ибо там можно найти много чего полезного и интересного. В комментариях пишите, как вам наш первый обзор и, конечно же, игра. Буду благодарен, если вы поделитесь видео со своими друзьями. А на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео и на стримах. Пока-пока!